Ютуб-канал Акадвич, всех приветствую. Хотел бы вам показать поле, где я нахожусь. Здесь на этом участке росла морковь, и сейчас уже вот посмотрите, вы э, высыпали сюда, приготовили поле. Это все фосфогипс. Вот эти вот белые э, камушки, я знаю, что много кто из вас знаком с гипсом, но кто-то для кого-то это все-таки новое фосфогипс это кальций в первую очередь, и он здесь нужен. Нужен фосфогипс со, со, своим кальцием для того, чтобы привести почву в порядок. Здесь полив происходит с скважины и электропроводность воды 2,7, 3, когда сильная засуха 3,2. Это очень соленая вода для открытого грунта. Дожди помогают промыться почве. Но лучше это происходит, когда есть фосфогипс. Он здесь разбросан где-то около 8 тонн на гектар. Это Хорошая доза, концентрация фосагипса. Кальций с гипса вступит в реакцию с натрием в почве и в течение зимы по, по мере поступления осадков промоется в нижние слои почвы. И тем самым на следующий год здесь вроде будет расти капуста белокочанная. Корневая будет находиться в той зоне, где уже нету переизбытка натрия. А натрий в переизбытке является ядом. Как и все другое. Все... Лекарства всю я, то и другое определяется дозой. То есть натрий с кальцием промоется ниже и почва станет более рыхлая, потому что натрий почву слеживает, она более такая липкая становится, менее воздухоемкая. При отсутствии натрия почва будет хорошо рассыпаться, она будет, ну, она будет такая рыхлая и к ко корням растения будет удобно находиться. Это здесь позволяет еще сделать все оборот. Здесь же на этом участке растет морковь, еще поздно, ой, еще рано ее убирать, и, возможно, здесь не успеют внести фосфогипс. Я думаю, что через год на таких почвах с такой водой вносят фосфогипс, в котором есть кальций, который помогает дышать почве, освобождаться от ядовитого натрия. Так что применяйте. Это все правильно делать по формуле. Это нужно сдавать почву на анализ, на количество натрия в почве носить фосфогипс и знать, сколько кальция в этом фосфогипсе находится. Если э, дать меньше, то будет эффект хуже. В больше я не видел, там где будет перезбыток э, кальция в почве, хуже не будет. Обычно, я вот знаю, Испания, там кальций вносят очень много, Так что это классный прием по мелиорации на почвах, где используется соленая вода. Используйте кальций, фосфогипс, получайте хороший урожай. Всем удачи!